Я прежде всего хотел бы поздравить всех участников Московского форума с профессиональным праздником, с Днем работников культуры, всех тех, кто трудится в этой одной из определяющих сфер для развития государства и общества. Весь мир у нас в руках, мы звезды континента, простыли в пух и прах, проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час, привет, бонжур, хелло. Все то, что сегодня делается для библиотек, делается правильно, и народ идет туда. Как поэту, как композитору, мне, конечно, нужно больше читать, побольше классики. Таким пиццам подсчет, повсюду обеспечен, и золото течет рекою нам навстречу. Мы к вам заехали на час, привет, бонжур, хелло. Когда я был министром, я пробил повышение библиотекарям зарплаты на значительно больше, чем они ожидали, за что они меня очень ценят. Едва раскроем рот, как все от счастья плачут, и знаем наперед, не может быть иначе. Мы к вам заехали на час, привет, бонжур, хелло. Вы знаете, мне уже под 80, мне все интересно, пока глаза открыты. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Заинтересованы в культурном развитии своем. Прекрасно, что такие события происходят в наше время. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны великаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить одной судьбою, наше счастье жить одной судьбою. Призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые слоны не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Последняя книга, которую я читал, Сухово Кобылин, «Смерть Тарелкина», сегодня с утра. По истории российской, как развивалась, как сохранилась школа российская. Теннис Уильямс у меня нету дома, по-моему, Теннис Уильямс. Стратегия развития национальной государственно-культурной политики – это почти книга фактически. Вы сейчас про что? Про книгу художественную, ведь? «Мертвые души» Гоголя. В шестой раз. Надо дать свободу, свободу детям. Пусть они хотя бы слово какое-то вставят. Читала такую книгу Эмилии Зелёнеберги, там еще... Кино сняли такое про шаловливого мальчика. Там про физику, про химию. Я люблю Ивана Дурака.
Нужна хорошая реклама, потому что не всегда жители знают, что у них буквально в соседнем доме есть библиотека. И понятное дело, что библиотекари, они взволнованы. Творческие люди здесь могут почерпнуть вдохновение для своих каких-то затей, новых проектов. Научился крутить тарелку. Не удержалась, мне так привлекло вот это творчество, что мне захотелось попробовать самой. Это означает, что форум превосходный. Только за вчерашний день к нам записалось 84 человека и 163 книги читатели унесли с собой. Спасибо вам за работу.